вернемся к главной теме выпуска. Тюменская погода продолжает удивлять. Поэтому горожанам еще может пригодиться зимняя одежда, да и о весенней пора задуматься. Найти качественный товар, да еще и по разумной цене, можно на ярмарке верхней одежды. Там представлен ассортимент как для мужчин, так и для женщин. Подробнее расскажет Юлия Никифорова. Самая неотъемлемая часть гардероба весной – стильная куртка или пальто. Организаторы ярмарки представили тюменцам новую весеннюю коллекцию верхней одежды для мужчин и женщин. Материалы, из которых шиты изделия, рассчитаны на многократные стирки, при которых не теряется форма и цвет. Уважаемые жители Тюмени, мы привезли в ваш город ярмарку весенней верхней одежды. У нас абсолютно новая коллекция 2018 года. Более 3000 моделей курток, мужских и женских. Размерный ряд с 42 по 72. А самое главное – это наша цена. Цена от производителя. Любая куртка всего по 3500 рублей. Все куртки и пальто фабричного производства и шьются на современном оборудовании. Для женщин самые актуальные оттенки этого сезона. Коралловый, фиолетовый, изумрудный. Ткань – классика, драп. Пальто из такого материала согреет и в теплую зиму, и ранней весной, говорят покупатели. Приехала с пригорода, с Нижней Тавды, по делам сюда, в Тюмень. Вот, и увидела выставочный зал, выставку, то есть верхней одежды, и вот решила приехать посмотреть и подобрала себе пальто. Великолепный выбор курточек, пальто. И думаю, что не только на этом пальто я остановлюсь. Но и мужчин дизайнеры не обошли стороной. Для них огромный ассортимент весенних курток. От спортивных до более строгих моделей. Выбор есть и для тех, кто хочет подготовиться к следующей зиме. Ярмарка на Севастопольской, 12, будет работать каждый день с 10 до 19 часов и продлится до 25 марта. Юлия Никифорова, Евгений Проскуряков, Тюменское время.